Здравствуйте. Польза чайного гриба, наверное, нашим подписчикам уже известна. Уже мы о ней поговорили, рассказали, как сделать чайный гриб. До сих пор неизвестна личность человека, который первым вырастил чайный гриб. Раньше, вот особенно в советское время, наверное, в каждом доме стоял банка с чайным грибом. Сейчас многие все это вывели, а зря, потому что польза от него очевидна. Я сегодня расскажу вам, как сделать чайный гриб с нуля. Проще всего вырастить чайный гриб из заварки. Вот при помощи заварки. Но выращивают чайный гриб и на пиве, и на шиповнике, и на яблочном уксусе. Нам понадобится 3-литровая банка, нам понадобится чистая хорошая вода, 7 столовых ложек сахара, 5 чайных ложек заварки, марля или кусочек бинта. 5 чайных ложек заварки заливаем кипятком и ждем, пока чай настоится. В банку насыпаем 7 столовых ложек сахара. После того, как заварка настоится, переливаем ее в основную банку и обязательно нужно ее процедить. Нам совсем не нужны чайные вот эти чаинки в банке. Вот и готово сырье для нашего чайного гриба. Чайный гриб представляет из себя блинчик, который похож на медузу. Верхняя часть у него гладкая, прозрачная, а нижняя часть такая вот более матовая и шершавая. Вот таким образом мы сырье оставляем на 1,5-2 недели. И потом вот так завязываем плотно, для того, чтобы сюда не попали ни мошки. А когда чай начнет бродить, он будет издавать кисловатый запах. Вот различные мошки очень любят этот запах и могут сюда проникнуть. Поэтому несколько слоев марли плотно завязываем. Но нужно, крышкой нельзя закрывать, нужно, чтобы было здесь движение воздуха, и отсюда будут уходить продукты брожения. Через 1-2 недели вы почувствуете запах уксуса. Затем где-то примерно через неделю запах уксуса пройдет, и через 1,5 месяца вы получите чайный гриб. Этот чайный гриб нужно будет аккуратненько перенести в банку вот с таким же содержимым, то есть 5 чайных ложек заварки, 7 чайных ложек сахара, и он уже более быстро, чем вот изначально, будет создавать вам чайный напиток. Ну, в зависимости от температуры, ну, где-то бывает даже раз в 3-4 дня, ну, можно будет сливать напиток, подливать в гриб новый. Вообще вот этот вот чайный грибной напиток очень полезный, но об этом мы уже говорили. Если кто-то пропустил, посмотрите обязательно наш ролик. Ну, а у меня на этом все. Будем ждать, когда вырастет у нас чайный гриб.